think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну чё, пока. Апался в Brawl Stars, двух героев на 700 плюс уже апнул. Решил подротить здесь, потому что тупо сел телефон, настолько дротил, что телефон полностью разрядился. В общем, решил подротить в битве замков пока. Заряжаю. И решил всё-таки забрать кое-какие плюхи. Сейчас мы с вами сделаем дальнейшую прокачку. Я думаю, что я ему 10-10 не могу сделать. Могу я ему сделать сейчас 10-10 другим способом. Сейчас ему качнем просто 11 скилл. И у нас будет 10-10. И пойдем с вами подротим. Помимо этого, я уже с ним прошел волну Аджей. Сейчас даже покажу, как вам. Сделаю вставочку, потому что я так чисто случайно нажал, и как получилось, тупо вот с первого раза прошел Аджей. Точнее, да, Аджей, да? Аджей фармили, да. Дальше у нас волна ААШ. Просто изи. Причем герои, посмотрите, вот какие. 160-е без эволюции. Единственное, кто у нас Огник. На нормальной прокачке. Ну, это имеется вторая эволюция и прорыв. Такс. Самая имбатая имба. Так, что я сюда полез? Нам сюда надо сначала. Там, докачаем. Наконец-таки. Здесь тоже можно подкачать. Тун-тун-тун. Все, теперь он у нас будет 10-10. Отлично. Вот так вот заходите. 10-11, не 10-10 даже. Так, юзаем итемы. И идем с вами дальше трешивать. У меня Анубис на этом скине, я что-то не понял. Вроде топовый скин ему забирал. Такс. Так его и не переодел. Отлично. Все, теперь он собран. Единственное, осталось подправить немножко прорыв. Ну, мы с этим справимся, думаю, постепенно. Так, открываем. Лишние итемы. Кстати, сегодня дали, я уже показывал на базаре, вот такие вот по 5 карт. Реально, это по сути плюс 10 итемов вам додали. И тех, и тех даже плюс 15 итемов. И мы сейчас с вами дособираем, забежим. И я хочу забрать карту. Пятую карту, с которой, конечно, было бы классно мастера рун вытащить. Но любой недостающий герой, это в принципе однозначно тоже будет плюс. Так, надо поставить всех на линейке. Ну, все видите, поснимали свой дев, потому что все фармят как раз таки сейчас новые итемы для шарика. И мы не исключение, потому что надо забрать карты. Карту, и потом останется у нас еще сундук. Самое основное. Такс. Попробуем обновим. Отлично. Я каждый день стараюсь по максимуму арену проходить. Рея. Ну давайте попробуем. Чё нам вообще, чё я боюсь их?
У меня есть теперь самая имбатая имба. Хоть и всех сейчас ушатают, он должен просто центр развалить. Но это не точно. Так, отлично. Розочка, давай тащи, изи. Так, добиваем аренку. Супер. Итого, я думаю, сейчас мы с вами должны открыть, должно уже итема хватить. Откроем с вами пятую карту. Там-там-там-там-там-там. Изи. Чик. Получили карточку. И еще давайте сразу же. Я решил забрать. Я сидел, думал, ну эти итемы я потом заберу, 18 дней. Я пока апал огника, решил забрать вот такие вот скины. Здесь скин на стрелка у меня будет, плюс скин дополнительно на оккультиста, что тоже в принципе надо на эту, как ее, блин, вылетело уже с головы. Ну, короче, вы поняли, за кого я говорю. Вот эта телочка просто тупо вылетела. Так, ну тут в принципе такие скины меня особо не интересуют. А тут обычные, я их и так уже дофигище пооткрывал. Сейчас единственное, чекнем Седна, Ронин. А, командорка, блин, вспомнил. Седна и Ронин. На стрелка тоже надо топовый скин забрать. Но это новые итемы, пятые коробки. Их добавили. Так, это на здание. Сейчас я чекну, что у меня здесь по скинам делается. Вот командорка. Причем уже прокачан на 4. Так, космо тоже есть. А у меня тут уже все, в принципе, скины есть. На Бугича тоже у нас есть скин. Будем собирать скин. Так, кто тут у нас? На Фобушку. Я же задумался, какой теперь брать. Тут на Фена скин, но у меня Феникса нет. Блин, давайте заберем. Землеройка, Бугимен, Махатма, Рейка. Я в любом случае буду их все забирать. Просто из тех, которые мне сейчас, допустим, в первую очередь нужны, у меня уже эти прокачаны. Ну, здесь оккультист единственное. И стрелок новый скин. Плюс эти. Короче, забираем новые. 60 коробок. Не знаю, что мы там, конечно, словим. Вряд ли у нас хватит. Кстати, книги, 200 книг надо будет потом в конце, если останется, еще дофармить. И еще дополнительно у меня же есть плюхи. Я что-то завтыкал. У меня есть плюшки на этом. За титул вот такие вот. Сколько там книг? 70 книг. Блин, места надо дофига. Просто тупо дофигище места требует. Никуда это все равно не поможет. Так, отлично. Так, вот у нас новые скины, новые коробки. У меня еще такие коробки есть, нифига себе. Все, огонь. Понял, открываю все подряд, значит. Так,
Так, это можно на ЗХшки потратить пока временно. Равно их маловато. Блин, дайте ССку. Ай, не дали. Но все равно, в принципе, неплохие. Так, это тоже можно будет открыть. Блин, столько всего, только захламляется склад. Вот реально. Казалось бы, без донат, блин, а места не хватает всегда. Такс. Давайте попробуем аж волну зафармить. Я уже вообще офигел. Край. Так, тут ронины. Не, ну аж это будет реально очень жестко. Хотя с огником, в принципе, все возможно. Главное, чтобы правильные заходы были. Нет, тут у нас, по-моему, без варианта. Тут правильные и неправильные. Так, суперпад, ну тут аж 2 уже. Хотя, если будут правильно заходить, все возможно. Пусть так и снизу заходят. У нас осталось одно здание. Не, видите, тут просто не хватает уже построек. Хотя, в принципе, на Аджей тоже мне не хватало. Но удачный один заход, просто случайный. И они вышли на огника. Так, кто у нас так здание дамажит? Что-то вообще дичь. Самое главное, Джей зафармили. Дальше будет проще. Наверное. Ну, смотрите, просто тупо с одной тычки. А, малышник, блин, я смотрю, что-то не то. Это малышник там орудует. Падла. Так, окей, поехали. Поехали, попробуем открыть. Скины, посмотрим, что с этого получится. Так, 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 ну-ну-ну, блин, стрелка мало падает. Маловато все-таки. Поехали, смотрим, кого-то собрали вроде. Так, мы собрали... Ой, отлично, скин один. И топовый скин собрали новый, отлично. Ну, просто супер. Фобушка, но я кгашки не буду тратить, у меня нету лишних кгашек на фобушку. Плюс, ребят, два скина. Бомба. Причем топовые скины. Вот так вот. Супер. Так, с этим разобрались. Поехали, карточка. Блин, ну отсюда, конечно, классно было бы мастера рун вообще. Это был бы топчик просто. Но нам падает свалин. А свалин у нас, по-моему, уже, если я не ошибаюсь, мы его вот достали были. Тоже отсюда с карт. Так, где-то там. Самое приятное, когда эти линейки заполняются. Так, где-то свален, он уже здесь должен быть. А, вот он есть. Ну, повторочка свалена. В принципе, тоже довольно-таки неплохо. Так, с волной я разобрался. Что я еще хотел? Здесь по картам у меня не хватает бульдозера. В принципе, такое. Здесь мы все позабирали. В общем, с этим разобрались. Надо будет докопить, докачать. Конечно, надежда была на то, что выпадет мастер-рун. Это было бы, конечно, очень круто. Вот у меня еще фобушка и свален. В нычке есть. Форты мы вчера тоже, кстати, затащили. Надо тоже будет плюшки пооткрывать. Так. Камешки эти. Откуда они все берутся, не знаю. В принципе, у меня камней сейчас получается хватает. Даже чтобы сделать, надо только книги. Единственные книги нужны, и мы будем дальше с вами трешовать, фармить.
чтобы докачать его. Так, 4 сменки, 1200 кулаков, книжечки, ну такое себе. С какашками, конечно, пока что напряг. Кстати, 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 кстати.